Привет, ребята, вы на канале Аналитика Ошибок, с вами Жора, Эмиль и Тёмыч. Лучший морф на планете Земля, в ватчмейкинге уж точно, и Вайс в выпуске. Стримит на Твиче, ссылочка будет на Тёмыча в описании. Здорово. МКУ. Давно не записывали видосик. Я тебя еще до того, как ты написал ВК, я тебя вспоминал, блин, думаю, надо написать. И что-то как-то инт начался туда-сюда, и по итогу так вот совпало, что ты на силовом морфе сыграл балдежную каточку. Сейчас будешь рассказывать, что к чему. Я помню, ты мне видос скидывали, там какой-то тайм-код, что на 7-й минуте на видосе с Етора ты меня упоминал, что типа там надо позвать, вот, поэтому я тоже в голове держал, что надо бы какую-то катку найти, скинуть тебе, предложить записать. Думаю, ты не откажешь. С кайфом вообще. У тебя хороший онлайн на Твиче, ребят, поэтому поддерживайте, вот, возможно, Тёма сейчас прям медиагигантусом станет, кто знает. Так вот. Не такие, да, уже под 2 косаря заходил, да, у тебя был онлайн. Ну это так, в моменте. Ну все равно, это приятно, знаешь, видеть там 400-500, потом бац, заходишь стабильно косарик плюс, а потом бац, заходишь и 2000. Угу. Вот. Это жестко. То есть, ну, ты каждый день стримишь, да, почти? Ну, когда... Да, стараюсь каждый день. Так, вот, ну иногда делаю себе выходной. В целом, да. У тебя тут интересный матчап, 30-й морф, VS 30-й копы, да, Red Wine Supernova. Знаешь этого чувачка на копе? Не, я не знаю, кто это. Понял. Может быть, против кореша какого-то играешь, вообще было бы интересно. За матчап что расскажешь тут? Ну, против копы что тебе нужно делать на морфе? За матчап? Ну, в целом, морф против любого героя стоит, как минимум, не считая всяких Monkey King'ов, потому что Monkey King очень сильный, может тебя там зонить, просто бить, и ты ничего не можешь. В целом, у тебя бесконечное хп у героя, поэтому ты стоишь вот так, постоянно ресы выбиваешь, но что по поводу убить героя, это скорее невозможно. Потому что я стою, у меня 0 атак спида, но дэмэдж есть. Стою, добиваю, в принципе, доволен собой. По 80, да, тычка. У тебя аспект силовой, кто вдруг не знает, у морфа как бы 2 варика, либо через слоу играть, либо там второй, как называется? Ну, агильный, дефолтный. ЕББ он называется вроде. Как-то странное название. Да, ну то есть тот агильный для дефолтного гиримарфа, тут силовой, получается атрибут shift ускоряет ваши перезарядки. Вот тебе нужно перекачаться на сколько там, на 60%, да, чтобы... Не, нужно, чтобы у тебя сила была в 2 раза больше, ой, ловкость была в 2 раза больше, чем сила, и в том случае ты получишь максимальное КД 60%. Mm-hmm. В 2 раза больше, ну мы выясняли там что-то, типа, ну условно 50 сил и 100 агила, да? Да, тогда да. У тебя максимальный КД. Проще будет ориентироваться. Ты считаешь это как-то, или ты все на... Не, я в принципе, да, так и... Нет, ну, когда игра идет уже, там... Ну, нужно на перекачке держаться, чтобы был КДР, я просто полностью в ловкость, как обычно. Чтобы и адаптив дамажил много, ну и чтобы КДР были. За этим так плюс-минус тяжко следить. Рукавица капец логично выглядит. У тебя 80 дэмэджа, да? Тычка такая солидная, поэтому так спида нет. Да, да, вот личная моя разработка. Не знаю, ребята некоторые по-другому играют. Там Топсон, в Рейсбэнд там покупал себе. Типа, я прям... Считаю, что без этой перчатки невозможно. Вроде дэмэджа нормально, но супер тяжело каясить без нее, поэтому да. Я плюс понял. Боттл не нужен на таком морфе, у тебя мана вроде бы нормальная, хп бесконечная из-за маны, и поэтому перчатку можно купить. Единственное, что вот у меня закуп через 2 гантели, это с расчетом на то, что у меня будет Soul Ring. Потому что в начале, когда ты на таком морфе полностью в силу перекачиваешь, что у тебя броня, если вы заметили, -1. Ну да. Поэтому в рейсбендинг, вот, наверное, берется. Поэтому, ну вот, хочется либо в рейсбендинг, либо Soul Ring. Поэтому я сразу взял 2 гантели, чтобы купить на ману себе Soul Ring. Вот, кстати, я везу его уже. Угу. Ты будешь и перекачиваться под ним, и вейв нажимать. Да, да. Маны будет достаточно. Ну вот по поводу того, чтобы убить героя, ну, очень тяжко. Вот, можете увидеть. Как я стою, бью просто не морф какой-то, а тини. Так спит 1 секунда. Не, ну слушай, я бы не сказал бы, что прям как-то тяжело или сложно стоять, все равно ты тычкуешь. Не, стоять не сложно, да. Ну, в принципе, тут такое, что и ты убить не можешь, и тебя точно не могут убить. Но при этом, если чел ошибется, то я как бы, возможно, смогу его убить. Понятно. А в чем вы, если прям вкратце сила такого морфа, почему ты приоритет ставишь силового, там, овер-агильного в некоторых играх? Ты же не всем играешь на силовом. Нет, ну тут просто супер классная игра для силового, потому что вот там шейкер и квапа. Можно купить аганим в шейкере и аганим в квапу, опять же. И под этим встроенным КДРом можно раздать.
То есть любые скиллы, там условно, ну, 2-3 скилла у тебя есть, да, при этом, если они скелятся аганимом, ну, обычной обилки, да, не ультимативной, то ты можешь жарить просто силового морфа. Да, такова, да, именно, да? Так. Окей. Мисс прокнул, да, у тебя? Самое, да, тут мисс прокнул. Самое, что обидное и тяжелое на таком морфе, в том, что люди вокруг не понимают вообще силу твоего героя. Вот, ну, типа, тиммейты с тобой играют, они видят силового морфа, а его, типа, проблема в том, что он вначале, ну, довольно слабый. Он, ну, ничего не может. Там, не загангать как-то... Ну, ну просто не привыкли люди к морфу, и поэтому люди могут с нулевой просто сдаться, там, сказать, что, да, блин, у меня силовой морф в миду, что ты вообще можешь сделать, типа, главка. Mm-hmm. Вот, а такому морфу нужно время раскрыться, там, ну, главное, чтобы враги получили левела, чтобы у тебя спеллы были прокачаны, когда ты ультуешь, ну и чтобы у тебя у самого были там какие-то деньги и тоже левел. Mm-hmm. Прям приходится иногда заставлять людей играть. Тебя уже, я думаю, многие знают в ММе, поэтому, ну, это да, это да. В целом можно обсудить. Ну, я вот играл, я играл недавно на лоу БТС, там, просто я еще даже на зеленом играл, я взял зеленого. Просто начал мне на нулевой, говорит, что ты взял, типа, мы проиграли там катку, а в итоге у меня там 35-0, он извинялся передо мной потом. Матч у меня, сейчас чекну, сколько точно, 3827. Ну, еще около 500 на фейк. Пошел. Мы знаем, что это закончится. Шестая минута, да. Сейчас будет. Пошел кайфовать. Ну, не хватило немного. Ну, тут я прям сгорел с того, что, ну, насколько тяжело на таком морфе вот убить героя. Вот на квапе вроде он бежит, просто убегает, а я вот жопу рву там, через ульту, спеллы кастую, как-то перекачиваюсь, жму. А он просто бежит от меня и блинк нажимает. И там вроде кто-то еще войс что-то сказал, я прям не выдержал. Ну вот. Я понял. Че тебе давишь, но ты не можешь. Нормально. А нетворсик какой? А по нетворсу у тебя, ну, мы, конечно же, давайте уберем. По нетворсу у тебя по итогу столько же, сколько у этой квапы. Да, я очень хорошо, на самом деле, мид постоял, там, по денайл еще, по кс'ил. Но это как раз таки за счет того, что хп бесконечного этого героя. Не ошибся он на квапе еще? Не, там батл еще. А вот в том-то и дело, что у меня герой вроде и 0 мс, и дэмэдж есть, но так спида нет. И как бы только с ультой можно что-то делать. И пока так, раскачиваемся. Не понял. Снайпере вообще это его прокликиваешь, у него там тоже игра не пошла. Смотрю, 0-4 он катает. И в целом он бы хотел, наверное, помочь. Что-то как-то по таймингам не совпало, что. Шапнелька бы закинутая помогла бы под мидом. Я помню, вроде сейчас у меня ульта от КДшца, я заколю этого снайпера ко мне прийти, но он почему-то не придет. Вот. Okay. И там еще урса была огромная, у нее 4000 на творца. Прям страшно. Интересно. Было. Урса вроде, ну, неплохой в твоего героя. Да, урса довольно очень хорошая. В тролля, не, наоборот, в тролля плохо, потому что тролль аганимом скидывает ему вторым скиллом. А, ну да, сейчас же билдак через аганим часто делает. Да, плюс миссы эти. Да. Так, ну что, какой план на игру? Вот ты говоришь, там, 7-й левел, да, у меня есть вейв 4, снайпер подойди. Поэтому ты сам жмешь ТП под бот, дальше сделать килл на урсе, он вышел. А пожадничал, да, ты бы его убил, а может убьешь? Ну вот, кстати, к слову о том, насколько тяжело на таком морфе сделать импакт. Я бегу, что-то он меня бьет, я тут... Я еще не выхожу с формы урса, потому что понимаю, что там могу обосраться, волну куда-то не туда дать. Угу. Но все-таки убиваем двоих, да. Самое главное на таком морфе, вот... Нужно именно, ну, потерпеть левела немного и играть от ульты, и... И самое главное, что он не хочет фармить такой морф вообще никогда, потому что дэмэджа с руки у тебя нет, но зато у тебя есть волна 5 секунд. Но на каждый кемп вейсить волну, по два раза нажимать, как-то медленно фармишь, так сказать. Ну хорошо, что делать? Ты не качаешься, но при этом ты хочешь подождать. Просто потихонечку подкачиваться и коннектиться, ну там не улыново условно. Или ну именно в хорошие файты и там, где у тебя есть ульта. Только понятно. В такие драки хочется. То есть не тильтить от того, что ты там не очень быстро фармишь, но при этом подкачиваться потихоньку, да, выходить шмотки. И что за шмотки набирать, кстати, нужно? Что за шмотки? Ну, это ситуативно от игры зависит. Иногда нужно филактерию первой купить, чтобы просто у тебя были дополнительные мана, хп и дэмэдж со второго. Но в этой игре вот я купил догон, потому что я знал, что я буду ультовать в квапу. И, а у квапы же этот аспект на то, что ты сам себя дамажишь. Вот, кстати, сейчас будет показан. Свайк. Сейчас квапу ультану, посмотри на перезарядке. Да, это жестко.
И уже есть новый скрим, да? Уже есть прыжок. Тут ты прощупал еще копу. Бля, вообще очень лоу это. Прям сколько секунд? Три? Три секунды. А, ну, на фир 4 или 3? На скрим, по-моему, 4. Три или четыре. Почему не пишет? Это вообще дебилизм. Я все еще надеюсь, да, что они когда-нибудь сделают, что будет нормально писаться. Апдейт в прямом эфире, может, произойдет. Ну, странно, что они пишут. Но по ощущениям там 3 секунды. Это вообще супер лоу, когда я по кайфу. Нет, ну вообще на скриме сколько? 6. Там 60%. Ну, там 2,5 где-то. Угу. В общем, очень быстро, да. И вот представь, вот такой морф с аганимом там против квопы. Но это мы еще увидим. Дроджики кидает, за надо ней даже... прыгает. Понятно. Да, ну и вот я в этой катке выбрал покупать себе догон, чтобы как бы квопой быть, чтобы сам себя не убивать, чтобы был лайфстил с догона. Сейчас активочку взял. Подожди, может... ты аспект, типа, воруешь тоже? Да, аспект воруешь. А где это написано? Да я не знаю, где это написано, но вроде нигде. Но у Рубика тоже так работает, что он аспекты вроде ворует. Да-да. Так, взял форму копы, и ты просто побежал тут напрягать чувачков. Две кнопки нажал, подвышел. Не коммитишься супер сильно, да, так аккуратненько, чисто, чтобы ну, да. тебя не подразбил. Ну да, но с руки такой морф точно не бьет, только магиями, только спеллами. Тут кайчу, я специально вот байчу его, типа, давай, бей меня. Я не помню, убьем уже его итогу. Или нет. Вроде не убьем. Я просто выйду, там еще клопа подошла. Вроде прикольно, сейчас слушай, очень прикольно. Останусь догон докачаю. Но в целом так, но это супер ситуативный герой в плане, вот если против тебя есть такие персонажи, как Шейкер, Квапа, может Пак, там, не знаю, Виллу, вот если ты в Дарк Виллу ультанешь, то у тебя вообще реалм будет без КД, ты будешь вечно в нем. Мне кажется, нет такого вайба, как с той же Квапой, потому что на Квапе ты еще мобильный, очень сильно мобильный. Да, ты на вилке там кликаешь, но на копе как-то очень прикольно прыгать туда-сюда, у тебя вейв блинк. Да, на стадии. С догончиком, куча урона. Как будто монопул подувеличить хочется. Монопул что... прям очень-очень обидно, да. Но это нужно, опять же, деньги, вещи. Котелком, да? Ну, конечно, драфт силовой морф котелок, там многие не поймут, но было бы прикольно покатать. Так, а не думал церклетку эту заградить в нулик? Думал, просто хотел побыстрее догон уже купить. Ну, после тоже нормально. Или тебе так не кажется? Поздновато уже. Не всё, знаю. Нажимать спылы. О, посмотри, КВП плохо. Угу. А, она выжила тут в итоге? Я вроде тоже выжил, а может и нет. Нет, она так и выжила. На ее нажатие блинка ты жмешь 2 блинка. То есть он, в принципе, если ты правильно прыгаешь, он не может от тебя скрыться никак. Ну, плохо тут сыграл, плохо нажал кнопки. Так, попытка номер 2. Я уже видел это кино. Сейчас все будет. Каждые 6 минут ты должен умирать, то ты выбратится. Вообще, сейчас прыгнешь направо, нет? Не рискнул. Я думал, может прыгнешь, но маны не было. Я прыгал направо, но тут тебя встречают. Они тут тебя уже в пятером реактят на тебя. Там еще шейкер сверху убежал. Если ты долго резаешь, ты не умирал, да, с тех пор? Да, да, очень долго. Целую минуту. Нормально. Ну, спейс для Тимы тоже неплохой, да? Там в теории покачались. Но они, скорее всего, тоже смотрели в эти моменты. Ладно, творс у меня хороший, но Урсы там прям шикарный творс. Очень много у него. 7000. Посмотрим, так, а пока я мертвый, подскажите, сколько секунд я возрождаюсь, потому что я случайно плюсик нажал. 33, 32, 31, 30 до респауна, 29, 28, как подстроишься, говорит, 27, 6, 25. Все нормально. 4, 23. Отлично. Шейкер дал стиля. Видели билдак шейкера в этой игре? Вот, ну, на команду мою смотришь прям обидно. Вот, ну посмотри, там у всех 0.5, 1.2, 3.5, 2.5. И как бы на таком морфе просто понимаешь, что ты не можешь один убить всех. Вот, вот что. И очень обидно, когда у Тимы все плохо. Как-то я злился в этой катке по поводу того, что вроде снайпер и не хочет со мной играть, там смоки нажимать, хотя я колил. И сам ничего не делает. И тут вроде Джокиру убьем. Нормально. Респектану снайперу лишь за то, что он купил себе атосик. Никто не рейтинг класс на снайпере. На про уровне точно. Вот, а человечек купил себе тос, может быть получится что-то придумать вам. Нормально, разменялись.
форму взял. Сколько у формы, когда у первой? На первом, если на фул перекачки в ловко жмешь, 30 секунд. Так это вообще ловко, да. Ну, это в плане дайте, после, дайте того, как, после того, как ульта заканчивается, еще 30 секунд. Ну, короче, когда левел 2 ульту уже берешь, то все, она без КД. Потому что она скейлится на 40 секунд, а у тебя 30 не хватает. Кайфом. Вот, ну, на творце у меня на самом деле, хоть я во время игры ощущал, что у меня мало как-то денег, но так смотришь, у меня топ-2 на творце, все нормально. Ну да, да. Да и по минуте ты в целом не отстаешь от там условно дефолтного медика, да, 7 тысяч на 15-й. Дефолтные да. 10 тысяч добить не проблемно, если не поубивают. Какой план на игру? Просто бегать? Вообще тебе хочется иметь героев, которые, ну, с кнопочками, да, скорее всего. Да, вот сейчас таки активно играть. Ну а сейчас у меня план дожить до Аганима и потом убить всех через Квапу, ну или через Шейкер. Вот самое главное, прям точка невозврата, дожить до Аганима. И самое главное сделать это как можно раньше. Форму получил, догончика прокинул, скрим есть, очень много урона. Ты еще дротик не нажимал, да? Но у него первый дротик? Дротик первый, да, я согласен. Ну да, даже если он на копе, получается, не будет качать дротик, я видел кастомную раскачку. Знаешь, близнецы играют на Твиче Асакура Твинс. Да, да, я видел. Вот, он же у него там на копе раскачка без кинжала через плюсы. Я видел, так на самом деле Топсон играет. Не, ну я бы это сразу задетектил и играл бы через Октарин. Без Аганима, думаю, в этой катке. Ну, с другой стороны, да, удобно. Можно с поинт-бустера начинать и уже вливаться. Ну, либо ты в шейкера, наверное, превращался. Да, тут еще в шейкера будет, где я ультовал. Тут, кстати, хорошая драка. Станчик нажал ему. Двоих убили. Сейчас ульту откадешится. Омник бежит ману, давай. Ты вот... Ты... Хороший, Омник. Ты... Ой-ой-ой. Ой-ой. Подвыйдешь. Там Аркейн, лак. А он еще побежит за мной. Да-да, это арканим на шейкере был, бычок. У него там свой стиль игры. Нормально вышел. А, что-то хотел я сказать. Да. По поводу позиционки в файте. Для зрителей, кто вдруг не обращал внимания. Ты заходишь в файт, ты нажал спылы, но ты не стоишь под героями, под урсой, да. Действительно, можешь, конечно, вы втроем нападаете на одного, ты тычкуешь. Но в целом ты вкинул спылы, подвышел немного. Потому что мобильный, да, у тебя вейв, у тебя скрим, блинк. Вот. С руки вообще не бьешь, только если станчик, только если там потанчить дэмэдж какой-то, если меня вдруг что-то нажали, потому что перекачка есть как бы. Mm-hmm. Вот, ну и дэмэдж выдать. Отлично, отлично, левел 12, талик ты берешь сразу, да, на 11-м ты, наверное, берешь или на 10-м? Не, на 10-м сразу берешь, ну это по ситуации зависит, но обычно, да, всегда берешь. Перекачка в двойку, адаптив вмакшиваешь после. Тебе, кстати, нравится, ну вот я про гильного еще немножко попозже поговорим. Хотя, в принципе, сейчас Джекира умер, вы вышку откроете. Тебе нравится новый морф? Он стал хуже, слабее, сильнее с раскачкой адаптив в один, перекачка в два и плюсы? На самом деле, я так вообще не играю. И я не считаю, что это правильно для ММа. Эта раскачка предназначена для того... Сейчас клопу напал тут. Ну, КД вообще прям вкусная. Uh-huh. Еще кинжальчик еще замаксится. Вроде выйдем сейчас. Так вот, по поводу плюсов, я считаю, что морф через плюсы это такой прям хард карри, которому нужен спейс. А если ты играешь на лоу ПТС, там, я не знаю, до 12 тысяч для меня лоу ПТС. Mm-hmm. Ну, скорее хай ПТС начинается от 12 тысяч. На таком ПТСе ты можешь играть на морфе с плюсами, потому что такой морф, он очень жадный. Он должен прям стоять, качать шмотки себе и потом выйти, прям как хард карри всех убить, как Тироблейд раньше. Вот, а в паблике, когда ты играешь, как будто эти три скиллпоинта на адаптив, ну, очень важны. Дадут тебе 100 урона, ты сноубольнишь с какого-то килла условного, да, и там, как будто там мало играть. Того, что 100 урона, там даже 200 урона дастся за то, что ты замаксишь, а то и больше. Но и плюс еще... Сейчас тут... Трачка. Так, и еще и перезарядка на адаптив тоже скейлится. Она же на первом уровне 16 секунд, а на четвертом 10. Вот, это тоже, я считаю, очень важно, поэтому я не люблю через плюсы раскачку, и считаю, что морф должен быть только супер хард кэрри, если ты так играешь. Но на постоянку так играть, если у тебя там лоу ММР, не стоит. Потому что можно пойти, подключиться в какой-нибудь фраг, дать тот же этот адаптив, забрать килл и
быть богатым. Короче, можно мыслить не топорно, да, не играть по одному билдаку. И в целом, если игра пассивная, то играть через пассивный билдак раскачку, через пусы. Либо, соответственно, для паблика более комфортная история с адаптивом в макшеном. Тайминг у тебя очень хороший, да, очень сюда откатится, аганим есть. На самом-то деле, капец, ты покачался. У тебя из-за киллов, да, скорее всего. На дворце, да, у меня прям нормально. Крипов мало. Копи пачечка была вкусная до этого, ты ее прокачал, прям там голды на 400, наверное. Сейчас тоже прилетел. Супер. 15 левел как-то дает тебе какой-то поврап? Действие морфа, либо ловкость, да? Угу. Ульта становится очень долго, ты вот жмешь, и все, у тебя на весь файт гарантированно ульта есть. Единственное, что может помешать, это мана закончится, вот. Ну да, 1000 маны. С одной стороны, ты вроде как, и так в копе, и так и можешь повторить, допустим, ульту, да, в нее. Но с другой стороны, она могла умереть, выйти, и ты не обновишь ульту. Если файт супер долгий, то у тебя просто длительность увеличилась, и ты кайфанулся, то... Шардик, чтобы не прикалывал шейкер, да, не взрывал там. Фокус из Queen of Pain. Пойдешь за ней? Почему-то я думаю, да. Кайф. Блин, да я опять потерялся. Я не знаю, как по привычке жму или я что-то волнуюсь. Скажите секунду. 20-21, 22, 23, 24, 20, 25, 26, 27. Ты посолил чела в боте, в миде копу и побежал. Под топ. 31, 32 у меня сейчас, 33. 35, 36, чуть-чуть можно еще. Ага. Все, кайф. Нормально, это нормально. Мы же сидим неформально. У нас же не передача прям такая жесткая. Угу. Мы просто смотрим за силовым морфом. Шардик взял, чтобы меня шейкер не мог там подловить или в лосо бетик нажал, чтобы я мог перекачку вжать. И самое главное, чтобы... У квопы же шард с сайленсом. Вот, я же собираюсь квопу ультовать всю катку. И чтобы сайленс был. Прикольно. Это прям очень жестко. Вообще, ты как будто сейчас видишь копу, ты просто хочешь морфа лупануть. Ну, то есть, если вдруг он решил ласпик еще оставить, да? Да, в принципе, такой вывод для себя и сделал. Я, что только квапа или шейкер. Вот только эти два героя. А тут они прям вместе вдвоем были, так что катушка хорошенькая. Главное было дожить до шмоток. Ну, вот сейчас шейкер со стана не выйдет. По идее. Нормально. Как вот комфортно стало играть с адаптивом, который не толкает? На самом деле, для силового морфа это прям кайф. Вот раньше, если помните, супер давно был морф тройка в киберспорте через Юл. Просто вот тройка морф, который бегает в фулл силу, и он прям сетапит с Юла, потом станет еще. Ну и просто вот такой герой. И тут, я думаю, они это учли, потому что раньше все жаловались, что... что это плохо, что адаптив толкает. Поэтому на таком морфе сделали так, что он не толкает. Ну, я как-то привык, не знаю, поначалу было непривычно, что как так, он не толкает. Но, с другой стороны, это даже хорошо, если ты прям чейнишь чела, чтобы не выталкивать его. Гидралочка тут прям, наверное, такая неочевидная для многих, но на самом-то деле для морфа супер. Это и хапориген, и монориген, как бы, в зависимости от этого. Но монориген, наверное, приятнее, или хапориген. Ну да, хапориген тут сильно не нужен, больше маны нужна. Но для маны нужно ночь ждать. Ты, получается, бегаешь с 17-й, если сразу взял по 20-й, а потом с 25-й по 30-й. С монорегеном. Так, файт. Файт, загонщика. Шваркнул, квапа была далеко, поэтому ты решил тут не придумывать ничего, да, просто чейни шейкера. Бедолага, шейкер. Он там попокекал с этого тоже. Тут хотел еще подраться, но как-то мана закончилась. Очнулся, что маны нет, да. Ну да, тут вот надо мониторить монопул, потому что-то 1200 кончается супер быстро. Ты свои спылы жмешь. Ты жмешь догон, который стоит 120, ты жмешь. Спылы с ворованного чела, ну. Прям. А что еще есть такое подводное, неочевидное для морфа? Какие-то, может, еще герои, ты квапу шейкера назвал, но по-любому есть что-то еще. Да в целом так думать надо, но. Только если вот Виллу, опять же, с реалом, или пак. Против пака тоже очень хорошо, там ты можешь. С Акторином даже с шифта не выходить, а просто бесконечный шифт, как минимум. Плюс спеллы, типа, там, по 2 секунды КД, это прикольно. Но не сказать, что на таком морфе, типа, ты его берешь прямо на победу. Тут больше для того, чтобы побегать, покликать кнопки, там, с 0 КД, вот, получить удовольствие. Но прям, чтобы на победу, я думаю, не подходит такой герой. Ну, в плане на каждую игру. Именно на победу можно, вот, против квапы я бы брал каждую игру, типа, силового, прям... Ну, понятно, это мы не для прикола, выясним. А это сильно. А так,
Если прям каждую игру пикать, то... То нет, это не на победу. Далеко не если на победу. Как раз таки видел, да? Не, или ты пикнул морфа, и потом просто принял решение переобуться на таком морфе. Тут что-то пересадка. Я не помню вроде. Нет, вроде как я увидел квапу, и ласпик шейкер залетел. И прям типа, я и так взял морфа в квапу, и еще шейкер отобрали. Тут с очередью не посмотреть. То что-то, как будто у вас пересвапались омник с инкингом. Что странно. Непонятная очередность. Ну окей, окей. Опять же, ты можешь... Ага. Вообще ты сейчас под... Нормально вышел. Мы сейчас еще захотим развернуться. У меня аркейн, посмотри на мои КД вообще. 2 секунды, ну, да, на блинк. Слышно. Сан Кинг должен подойти. Шмотки же тоже лоу КД имеют? Или только... Нет, на шмотки не действует. Ну да. Под Юлю. Юл хорошо тоже, да, работает в карточке. Уже жизнь тебя подсейвил, подкатил Урсу. Да, Юл как раз таки маны дает. О, хватило, кстати. У меня до сих пор аркейн. Жестко, жестко. И ты подсайленсил ее в итоге, продлил адаптивом еще, и в итоге она сдохла. А ты еще не знаешь, что ждать от такого морфа. Ты потом уже понимаешь, ой, вот происходит. Блин, умираю тут, похож. Или выживу. Не, перекачечка под шардом работает. Заебись. Я и спас еще. Прям в полете его снайпнул. Кстати, на Джекира какого левела? Почему у него айспас в один? 12-го решил раскачиваться не через айспас. Бобочку. На айспасе я видел, как Боксян играл из Liquid, как только этот морф продвигали в массы на класса и Боксян на Риаде, по-моему, это было. Вот тоже прикольно в Джекироса. А там было жестко, там вроде был Рубик и морф в Джекира. Там вообще бедный Джакир, если он отдаст айспас Рубику, еще морф, там вообще страшные вещи. Два айспаса в тебя закидывают. Жестко. Ну с Октарином мы вообще комментировать не будем, да, что будет происходить? Ну Октарин, да. Там уже прям еще и x2 скейлится. Редкий случай, когда тебе тиару прям не впадло купить. Обычно на всех героях вот эту хрень за сколько там, 1800 просто впадло брать. Но на морфея, как бы... Сами понимаете. Ну, если не ее, ну да, мана она очень много скейлит. Угу. Ну вот на таком морфе вот такие шмоточки, прям они прям одинаковые. Вот шарп на таком морфе нужен почти всегда, потому что ты зачастую не успеешь. Ладно, еще я там перекачку там жму, как-то ультую, но в целом, я думаю, если кто-то будет играть, то это будет проблема. Поэтому быстрый шарп это кайф, потому что он и на перекачку сейчас ману режет. X2. Там в обновлении было последним. И плюс каких-то героев тоже используешь этот шарп. Угу. Ну, и учишь. Опять же, в ту же квапу просто идеальный билд. Можно просто копировать. Адаптив талант у тебя, да, на плюс секунду стана. Максимальная длительность сколько там оглушения? 3-4? 3-4. 3-4. Окей. Догончиком подкачиваться можно, еще иллюзии убивать там параллельно, но если вдруг... Догончик я прям рад, что в этой катке купил, как-то я в моменте... Это я еще в моменте понял на 10 минуте, что, блин, хотел филактерию покупать, потом думаю... Блин, я же просто себя убью через эту квапу, через аспект. Uh-huh. Я купил себе догончик просто для хила. На таком морфе еще линзу очень хочется иметь. Она, опять же, тоже манерген дает, она дает этот... Каст рейндж, потому что ульту нажимать кайф всегда на большую рейнджу. О, кстати, вылетаю я. Но тоже потом, оп. Либо оверюла, да, можно взять линзу. Да, да. Я вроде после Октарина возьму. Шейкер встанет. Блин, бедолага. Как же я долго его. Интересно, а урон от его шарда, ну, наверное, не стакается под двумя фиссурами. Это было бы странно. Мало ли, знаешь. Даже. Ну, вряд ли. Не думаю, что так должно работать. Ну, нормально, пока ты там шейкер убивал, Дима тоже импакт дала. Я тут не успел. Я бы Урсу не выпустил со стана, но он успел БКБ ульту. Сетка не выпала. А, кстати, выпала, вроде полетела за ним на базу, только что анимация была. Да, что-то такое было. Ну вот опять же, вон драка закончилась, блин, маны вообще нет. Ну, сейчас тиара подрегенит. Кларедочка есть. Ночь началась, капец, манореген чекаем, 20 единиц. Кайфом. Еще бы Каю купить, вообще 30 будет. 26, да. А вот Каю, и Каю. Вроде Каю. Я не особо фармлю в этой катке, вроде только киллы, а денег нормально у меня.
Ну, хотя вроде и подкачиваюсь, но... Ты не умираешь. На самом-то деле, ну, основная причина, ты, во-первых, бабки не теряешь при смерти, а во-вторых, ты всегда пачечку одну-другую, да, отпушишь. Вот так, лес качнул, что-то, да, пока они резались, ты фармил. Новые вещи, но немного грустно так фармить, только волной по 5 секунд стоять, вот так ждать, как автобус на остановке, пока перезарядится волна эта. Да, это, наоборот, кастом выглядит как-то. Прикольно. Так, на 25-м... Такого морфа не часто в паблике увидишь. Я думаю, люди прям в шоке иногда. Я видел только от Топсона хорошего медового морфа мы записывали, и вот, получается, от тебя. Ну что, они, ну как бы, недостаточно, мне кажется, игр многие сыграли, чтобы на таком морфе промышлять. Плюс ты один из тех морфов, который две роли играет. Ты же на керри гоняешь и на миде, поэтому у тебя как-то гибкость побольше, чем у большинства. Поэтому и за матча подышаришь. Что для керри поменялось вот для тебя в последнее время, вот для керри морфа? Кроме для вот этой раскачки, которую ты не... масочку также не берешь, да? Масочку для... не берем. Я вспоминал недавно тоже. Думал, что... Мало ли вдруг. Владимир все так же смотрится хорошо, а ты все так же Владимир не рейдишь. Ну я Владимир не рейчу, да, но кто хочет, могут играть. Типа, я просто привык играть без маски, что у меня канда появляется на 20-й минуте. И, кстати, по поводу канды еще. Все сейчас играют через плюсы и, соответственно, через доедалус. Это обуславливается тем, что сейчас мета пайпа, вот, и что ты канду как-то не кайфово ее покупать, потому что пайп, да. Но не знаю, я вроде играю, мне дэмэджа хватает. Я, в принципе, все так же скипаю Владимир, скипаю маску, фальконы, у меня манта канда на 20-й, и большинство игр очень простые выходят. То есть, ну, у тебя манта просто первой шмоткой, да? Да, да. Я не знаю, когда у тебя манта первой шмоткой на 13-й минуте играет супер просто. Ну, морф и так неуязвимый герой почти, так еще и с мантой вообще невозможно убить. Кто-то старается, там, орчит фастовый купить или весло, говорит, блин, пойдем этого морфа убьем. А если у тебя манты на 13, ну, человек хочет АФК встать. И ты в итоге не умираешь, покупаешь себе шмот, блин, как же я заплевываю этого ротана. Что это вообще? Из-за кустов стоит, накидывает. Ну вот, и когда у тебя манты на 13 минуте, в принципе, тебя невозможно убить, ты там качаешь... Зачастую линию выигрываешь, покупаешь манту быстро, тебе невозможно загангать. Ну, игры очень простые. Но почему-то... Ну, кстати, меня услышали, ребята. Вот, и Тора, кстати, против Экстрим играл на морфе. И вообще на Интернешнле много игр было, где люди играли вот без масок. И много в целом начали так делать. Но это скорее популяризировал не я, а Пьюр. Ну, потому что как бы за ним будут смотреть, а за мной кто из киберспортсменов будет смотреть. То, в принципе, это наша с ним общая разработка. Угу. Ну, кто не знает, парни с Владивостока. Вот, оба. Угу. Друзья. Поэтому у тебя предвзятое отношение к просмотру матчей Тундры. Нормально. Уже все, уже как будто ты команде даешь все. В сетап, ну да, я троллю как минимум Спейса, да, у него было там 0.5 или сколько, сейчас он... 2-5 все равно, но хотя бы есть какие-то вещи, а Егги взял, может базу пушить. Угу. Нормально. Сенкинг у вас здоровенький такой, приятно, что у Сенкинга игра хорошая. Да, на Сенкинге молодец, 22 тысячи денег. Ну, у него и герой такой, в принципе. Нет, опа, вылетаю я на квапу. Там моих маленьких тиммейтов глушит эта квапа, одна двоих. Я немного не успел за ней. Рейндж у каста ульты какой-то маленький, да? Не-не, у него просто линка, мне нужно подойти линку сбить. Вот. Я вот наложусь на ульту тоже, все равно ты, по-моему, там не доставал. Или она больше, чем пишет. А, ну, нет. То есть на круг, навестись на ульту? Ну, если навестись, какая-то она маленькая, и правда. Но как-то в целом в игре нормально. Я понял. Ну, тут линку скорее именно утакона меньше. Ну, я думаю, да, только для этого. Потому что уже устал. О, душит. Урсу тут... Держим, бля, как его. Заплевываю тоже. Если грамотно играть, распокивать, то очень жестко. Тут уже Синкинг раструсил. Сайленс прыгнули на копу. Били копу, уже перепрыгнул на другого чела. Ты по сути, ну, почти не упускаешь даже и сайленса, да? То есть, если ты шейкером чейнишь станами, то с копой ты. Сейчас посмотрим. Ну, почти там. Прям. Полсекундочки максимум. Тут до я Талова еще... До Талова, да, еще закатил. Квапа байбэкнулась. Ты бы выиграл бы этот, ну, этот файт, я думаю.
Ну да, если бы они не помогли. И вышел, да? Байбекич. Ну все, я падал после этого играть. Ну Коп, я думаю, уж точно. Как-то я думаю, он прям в шоке. Вообще не ожидал, что такой морф может против него появиться. Ну да. Вообще страшно против кастомных наработок играть. Ты сколько уже? 5000 матчей у тебя на морфе? Ну где-то 4,5, да. Выкатывается такое оружие. Линза почти готова. А что вот потом покупать? После линзы Каю Яшу. Каю Яша хорошая. Она и адаптив скейлит, плюс у тебя анимации 0. Ну и маны много дает. И дэмэджа. Каю Яша прям хорошая. Либо блинк тоже для позиционки. Самое главное, опять же, вот это все. Позиционка. Вот у меня в целом так, если смотреть на билд, две шмотки на позиционку. Одна шмотка, чтобы быть сильным, это Аганим. Ну и вторая шмотка, как Терин тоже. Догон, чтобы сам себя не убить. А тот же Еблейд не рейтишь вообще? А Еблейд, ну, не, на самом деле, можно купить, но как-то не привык. Я отвык скорее уже от этого Еблейда. Как-то нет у меня мысли о том, чтобы купить его. Но в целом, да, можно. Но просто суть в том, что обычно сам ты никого на таком морфе не убиваешь. Вот обычно ты просто в файте там через шейкера всех станешь, контролишь, как-то дамажишь немного, но не убиваешь. Понятно. Так, с командой попарофлили, но каточку надо заканчивать, поэтому побежали вместе вы. У Сенгинга тоже такой кастомный билд, он понял, что ну, слишком уж много славы, почести тебе, он тоже решил выебнуться, по-разному что-то. На самом деле это лютый билд, там есть какой-то один Зентрот СКА, у которого там миллион матчей, вот он играет так же. У него Аганим и по-разному, очень много дэмэджа. Надо подсматривать всегда, вот кто-то важную тему сказал. Третий, по-моему, это был, что он типа ворует билды у задротов на 2000 рейтинга. Ну, потому что правда, людей много, все мы мыслим по-разному. Кто-то может что-то придумать интересное. Ну да. Ага. Не знаю, ты не мог, да, Сбин, как-то не сбил. Я как-то забыл о том, что у него линка. Вот я там. Когда там вообще файт, если пересмотреть, там очень страшное что-то происходило. Там все кричат, все кинжалы кидают и. Потерялся я как-то, но все равно он вернулся. Убили его маленького. Ну я представляю просто лицо человека, который в принципе и так доту смотрит, не особо понимает, что происходит. Ты смотришь за таким морфом. Вон у шейкера еще тотем сколько там? Ну 3.8, у тебя скорее всего это секунда, ну полторы где-то, да? Ну хотя на самом деле КД пишется с двух, но как будто полторы. А я сейчас умру, блин. Ну ты уже довыпендривался, мана закончилась. Ну, ты уже кайфанул, ты уже кадочку отпустил, там уже вин-луз, я думаю, тебе не важно. Я вообще байбэк мус. Копы нет бая, ты знаешь. А, нет, да, я вроде прям не порофл, а прям сказал, что копы нет бая, типа гоу закончил. И у батика нет бая, они тоже байбекались. Ну в игре-то ты это все в голове держишь, там мы сейчас с тобой так болтаем. Поэтому сейчас будете заканчивать. Это будет Майкл Джордан, вроде я помню. Сейчас. Нормально бью базу. По 20 урона. Повыше. По чуть-чуть. 61 единица дамеджа. Как у двух этих оранжевых крипов. Кстати, у оранжевого крипа со снесенной линии урон 60. Вот ты это он. Спасибо. Очень прикольный морф, очень прикольный. Побольше бы возможностей пикнуть такого морфа. Шейкер. Кого-то снес, но сейчас будет прикол, да, получать. По усе, еще шарп работает. Ну все, пошел. Уровень. Вейв. Сколько КД на вейв? На вейв? Да не знаю. 4. Там даже 3 пишет. 3,5. Просто. Что бы ты покупал прям последними шмотками в этой игре? Грейдил бы догон, может? Да, возможно бы догон заградил, но точно бы... Взял себе Яшу Каю, СТПТ, потому что мобильности у меня и так есть. Вот плюс если еще маны блинк, надо. Если блинк, то какого цвета? Фиолетовый? Блинк, да, фиолетовый скорее. Маны решил немного. Да, и маны дает, и опять же, все, что нужно такому морфу, это позиционка, и чтобы он мог нажимать спеллы. Если тебе в файте у тебя есть фронтлайнер, который чел бежит вперед, и ты можешь нажимать спеллы, ты только рад всегда. Я понял. А что ты еще хотел спросить? Блин. А, я хотел не спросить, а сказать, чтобы подписывались на Twitch, не забывали. И если будет какая-то прям прикольная карточка на агильном морфе, то в целом тоже можем записать, если у тебя кайф есть. Окей, ну я тогда
Найду какую-нибудь, ну или сыграю хорошенькую. Ну, либо найди, либо сыграем, в любом случае можем загрузить и потом записать. Угу. Вот. Все, Тёмыч, спасибо, что пришел в выпуск. Эмиль, ты там живой? Да. Просто вы так спелись, ребят, я слушал, кайфовал. Ну, хорошо, хорошо. Надеюсь, ты для себя тоже что-то почерпнул, как и вы, ребят. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Twitch Тёмы и Вайса, ссылочка в описании. Всем до следующего выпуска. Пока. Пока. Пока-пока.